Доброго времени суток, с вами Виктор Дулин, 10 декабря 2017 года. Как видим, вот такая у нас погода в Эстонии в середине декабря. Вот такая температура, плюс 10 градусов. И вот таким образом мы храним максимум 3 ящика яблок по 6 килограмм. Вот здесь на балконе. Вот сушеные в банках 10-литровых и 5-литровые моченые яблоки. Ну и тут видим у нас грибочки соленые, косточки абрикосов, урюк. В общем, естественные низкие положительные температуры используем на балконе как холодильник. Здоровья вам! Благополучия и таких же успехов в сбережении ваших урожаев яблок на балконе.